я поищу проход в штаб-квартиру Крюгерсек. Можно я оставлю чертеж отражения себе? В нем столько всего интересного. А ты знала, что отражение — это жидкость, которая вводится внутрь? В ней наниты, они сливаются с организмом. С этой штукой ты постоянно подключена к сети. Вот, значит, к чему было стать не сетью. А после калибровки она регулирует твое самочувствие и уровень стресса. Ха, разве люди сами не могут? С другой стороны, я еще не все знаю о лимбической системе. Пока. Датчики, полуразумные охранные системы, все дела. Там даже система ПВО есть. Ха, ну кто будет устраивать воздушный налет на Габриэля Крюгера? Отвлекающий маневр. Хороший день.
Фейт, ты можешь долететь туда на вертушке. Сообщи, когда дойдешь до назначенной точки, и я отправлю тебе борт. Что? На вертушке? Ладно. Пластик, я на месте. Отлично. Секундочку. Все. Там патрулировал борт. Я ему сообщила, что неподалеку нарушение политики. Рядом пролетит. Заберись как-нибудь. Навигацию не знает. Я их остановила. Цепляй трос, пока не ушли. Я тут у всех на виду, Пластик. Не волнуйся. Ты укрыта их полем помех. А если меня увидят? Ну, по старинке, глазами. А, ну, не должны. Ясно. Где мне слезать? На посадочной площадке, конечно. Потом через служебные тоннели проберешься в Большого Пса. У них там серверные стойки. Фейт, борт отправляет на стройку. Тебе надо слезать. Какого черта? Я не могу тут спрыгнуть. Ты всегда говоришь очевидное. Я имею в виду, прыгни, когда над зданием пролетят. Давай! Так, я на вершине щенка.
все кости целы. Вроде. Извини. Не получилось их увезти. Придется тебе добираться до большого пса. Эффекты достаточно сильны для дальнейшего исследования, ведь так? Да, было бы очень кстати, если бы нам не пришлось полагаться только на зрение. Верно. Я завтра поговорю с директором Торреном. А что ты сегодня вечером делаешь? Планов нет, а что? А я наверх не выйду до следующей недели. Я думала, может, ты посидеть хочешь? Кофе выпить или еще чего? Сюда не приглашаю. Видимо, да. Я на дне шахты лифта. Что теперь? Дай проверю. Ага, ты рядом с пуповиной. Иди через служебный тоннель наружу и там переходи. Надеюсь, это все не зря. Ты первый. Что стало с твоей семьей? Она в серых землях. А что? А ты чего не с ними? Я сестру свою терпеть не могу. Полная дура.
У тебя сестра есть? Нет. Но была. Когда проберешься по системе вентиляции, окажешься у главной серверной стойки. Это сердце Крюгерсек в городе Зеркал. Вот бы мне туда. Настоящий лабиринт. Ну да, ее не для людей проектировали. Строго машинное пространство. Функциональность. Небось красиво там. И еще учти, что когда ты меня подключишь, нас обнаружат. Я могу ненадолго задержать сигнализацию, но полностью избежать обнаружения невозможно. Я бы тебя попросила описать комнату, но ты, наверное, занята. Ты занята? Извини, не обращай внимания. Конечно, занята, раз не говоришь ничего. Кума, кстати, привет передает. Кажется, ты ему нравишься. А ведь он никого не любит. С его алгоритмом эмоциональной реакции что-то не то. Но что именно? Все, я на месте. Подключаюсь к переключателю. И работаю. Пошла. Будь готова быстро уходить. Всегда готова. Так. Доступ есть. Ого. Сейчас посмотрю. Заключенные. Так. Есть. И тут нас заметили. Уходи. Стой. Еще кое-что. Скачай все, что найдешь про Изабель Крюгер. Еще. И вот оно. Все. Теперь уходи, я начну расшифровку. Не удалось отсрочить тревогу, но через несколько минут сработает. Быстрее всего уходить на шаттле для сотрудников. Он из главного лобби идет. Понял, Саша.
лобби. Нет! Поезд уходит. Придется тебе ждать следующий. Все, они подняты по тревоге. Надеюсь, выберешься. Дальше технический проход, и я замедлю поезд, чтобы ты слезла. Есть что-нибудь про Ноя? Есть. Он в месте под названием Царство. Но где это, непонятно. Попробую выяснить. Хорошо, а я проверю насчет Крюгера. Спасибо, Пластик. До связи. Он с глаз моих пока на рогу тебя не пустил. Фейт, я не в настроении. Ты принесла чертеж? Нет. И мне нужна услуга. И новый дом, насколько я знаю. А тебе не кажется немного странной моя затянувшаяся бескорыстность? Пожалуйста,
Мне нужно найти какое-то царство. Ноя держит там. Царство. Грязный маленький секрет конгломерата. Ты знаешь, где это? Буду для тебя бегать. 5 лет, без вопросов. 10 лет. 20. Ты столько не проживешь. Район зонирования. Спустишься вниз. Там и найдешь царство. Спасибо. Фейт? Фейт, ты тут? Пластик. Наконец-то! Ты представь, Изабель Крюгер – неродная дочь Габриэля Крюгера. Он ее удочерил. Настоящее имя Кейтлин Коннорс. Ты ведь тоже Коннорс? Что если… Да. Мне надо с ней поговорить. Я думаю, твоя сестра… Прости. Белль Крюгер, твоя сестра, Фейт. Однако, я тебе отправил примерные координаты царства. Ты кто? Ты кто? Я Пластик, друг Фейт. Бросил. Не думал, что у Фейт есть друзья. Ну вот, есть. Фейт, я сравню это место с планами города. Может, что-то узнаешь, как поговоришь с... Надо обдумать сотрудничество. Твой долг растет, Фейт. Не забудь, что его надо выплатить. Я и сам не могу.